Всем здорово, мы снова в вылетающем Майнкрафте, ладно, шутка. В общем-то, я понял, что за нужна бумага. В общем-то, мы берем чернила и бумагу. Это было легко. Идем в Талмономикон. И все, теперь у нас вроде бы доступны те изучения, которые... Вот, видите? Не Тор, а Алюменту. Тауматургия. Медные наконечники, золотые наконечники. Стержень из великого дерева. На балдажнике. Так, что это у нас? Записки исследования. На балдажнике. Давайте посмотрим. Неизвестный аспект и... Так, что мы это должны вообще делать-то? Изучать этот ваш Талмкрафт. Так, я что-то не понимаю. И походу у нас не выйдет сразу изучить на балдажнике. Так, чернильница у нас кончается, кстати. К сожалению. Так, я хочу вот это вот изучить. Так. Так, дайте меня вот изучить это. О, боже. Так. What the fuck? О! Новый аспект. Но, блин, я не понимаю, как мне изучать это. И, кстати, бумагу я стерил. Азаза. Так. Говоря серьезно, я не знаю, как это изучать. Давайте изучим что-нибудь легкое. Ну, валдашники, типа того. Так, положим пока вот эти вот два вот сюда. Лопаты, блин. Пошел он в жопу. Что мне делать? У меня... Тигель. Так, как мне это делать? Я не понимаю. Талмономикон. Изобретение. Так, мне нужно письменное. Вот это вот хрень. Так. Магический камень. Алхимия. Не Тор. Отсутствуют необходимые исследования. Алюментум, не Тор, алхимия. Базовая. Экспертиза. Руды, гномы. В знаниях сила. Ну, давайте посмотрим, что за... Орда. И два неизвестных мне аспекта. Не идея. Вот знаете, вот сейчас будет день, и я пойду просто изучать Таункрафт. Просто возьму эту вещь и пойду изучать чертов Таункрафт. А кровати у меня нету, блин. Да, блин, жопокейсы, пошли отсюда. Так. Надо по стелсу идти туда, чтобы мобы нас не зачекали, пока мы идем туда. Так, вон он. Супер. Так, а здесь куча мобов, и это немного опасно. Тем не менее, поздравляю, мы не можем изучить этот узел.
Так, где там еще один находится? Так, отлично. Его мы изучили. Мы будем сейчас ходить, короче, изучать эти узлы. Нет. Серьезно? О, энгри-зомби, энгри-зомби. Яростный зомби, энгри-зомби. Черт, энгри-зомби, энгри-зомби, энгри-зомби. Пошел он в жопу. Стоп. Звуки. Нам надо сбегать. Почему я сделал вот такой вид? Потому что игра часто вылетает у меня на компе. Поэтому если она вылетит, у меня не закончится съемка. А, все уже дневнеет, поэтому сейчас мы пойдем изучать ваш Таункрафт. Так, я понял. Если я нажимаю на эту кнопку, начинают квакать лягушки. Курятин! Мы же можем... Серьезно, мы не можем его изучить? Крипера мы можем изучить. Но я не буду этого делать. ХП мало. Что-то я не берегу свои ХП. Да как же мне везет, блин. Там крипер. Так, надо еще поизучать Таункрафт. Так. Терра плюс Игнис. Орда плюс Игнис. Потенция. Айр плюс потенция. Потенция плюс Орда. Орда плюс... Пердитио. Орда плюс Пердитио. Орда плюс Пердитио. Запомним. Хотя нет, у нас же все записано. Вертус плюс Пердитио. Пустота плюс Пердитио. Ладно. Потенция и Пердитио. Аква и Вакаус. Вакаус. Пердитио и Орда. Я использовал... Я хотел использовать... Орда. Получил очко Пердитио. Так, как мы получали Ваноус? Орда плюс... Так, что-то я уже забыл. Огонь плюс Терра. Короче, я забыл, как ваш там Пердитио делается. Может, мы что-то открыли? Не. Так, где наши спальные экспериментаторы? Записи. Тауматурга, блин. Вообще ничего. Вообще ничего. Пердитио одно. Игнис. Так, надо умереть, потому что я долбался. Хоп.
Хочу напомнить, что у меня есть группа ВКонтакте, в которую вы должны войти. Да. Все правильно, вы должны туда войти. А то наступит конец света, если вы не найдете, войдете в нашу беседу. Да, то есть группу беседы у нас еще нету. Так, так, надо забыть. Так, пошли дальше исследовать. Возьму палочку, а? Палочка? А, она же вон там лежит. Нет. Пошли изучать Таункрафт. Там, надеюсь, ангри-зомби ушли. А то это уже полный конец, если они там... Он издевается? Так. Так, что мы там получаем-то? Супер. Узел ауры. Сейчас мы пойдем, короче, гулять. В кавычках. Посерьезнее мы пойдем изучать. Таункрафт. Извините, что я такой медленный, потому что сейчас очень поздно. А я, блин, видео сижу, снимаю. От меня это как бы вторая часть, я снимаю ее где-то через час после того, как я снимал первую. Так что я не знаю, там лайки, дизлайки. Так, у меня лагает. И FPS проседает. По-жесткому. Хотя не. Не очень он и проседает. Просто вот с кучей этих модов фиг ему не проседать. Так, черт, там тыквенный паук. Они издеваются. Ё-моё! Их там, чёрт их подери, три. Я на такое не подписывался. Блин. Так, представим, что мы играем в Pokemon Go. А вот эти вот штуки это покестопы. И мы сейчас ищем покестопы, короче. А вот там у Номикон это наш телефон. Игра лагает. Так. Вот там. Это что такое? Так, я вообще что-нибудь... Отлично, там... Там находится... Как вы поняли, вот этот вот огонек.
все-таки стоп в воде. У меня такое ощущение, что он отлетает от меня. Супер! Так, наполняем нашу палочку. Супер. Ну, ауру я добыл. Так. Сквидвардов изучить, может быть. Короче, я не знаю. Для начала я изучал вот Таункрафт с креативом, чтобы понять, что это вообще за хрень. А потом, когда я уже понял, что это за хрень, я понял, что то, что это намного сложнее, чем там Industrial Craft ваш, который у меня тоже сейчас установлен. Но это магия. Магия. Прыгаем. Вы должны изучить источники жизни. Дошли бы вы со своими источниками жизни. Сажнец. Не, видите? Вот. Это что такое? Сейчас продолжаем. Я тут нашел в шахту, нашел. Офигеть! Потенция Игнис. Так, а можем взаимодействовать с ними? Походу нет. Так, мы что-то далеко уже от дома. Хотя... Чё это за биом? Такой мрачный. Это что, мой любимый, как он там называется, мод натворил? What the fuck? Жидкость, что за жидкость? Бог ты ж мой-то! Я иду спасать вас, дорогие вещи. Силой гейм-мода я... силой гейм-мода я, короче, лечу к ним. Сорян, конечно, за читы. О, блин, ты не знал, что этот блок делает? Знал бы, я не был таким идиотом. Так, где моя палочка? Я понял, это отвратительный биом. Это же сраженный биом, блин. Это отвратительное место. Ах, да, я же забыл гейм-мод выключить. Сейчас я домой лечу. Посчитаем, что у меня установлен гейм-рул. Почему? Да, просто так. Потому что мы можем посчитать, что у меня установлен геймрул. Раз уж мы тут залетались, я соберу, пожалуй, из этой ассенсии. Орда, или что это там вообще у них. Палочка уже почти заполнена. Короче, мы возвращаемся. Супер. В общем. Даже не знаю, что исследовать-то. Записные книжки. Стоп, где мой... Таумономикон. Ах, блин, бумага.
Пробуем разные, короче, крафты. Хрень какая-то получается. Надо посмотреть, что я еще могу создать. Аспекты. Air плюс Aqua. Пердите, основной аспект. Пермутатио. Потенция. В угле была. Вакуус был в банке у нас. Тера вообще везде почти была. Ватерус. Витерус. Должен быть в рудах. Похлопайте мне. Просто похлопайте мне. Ну, как можно быть таким умным? Как можно быть таким, черт возьми, умным? Ах. Просто похлопайте мне. Просто возьмите и похлопайте мне. О, нельзя. Так, золото. Говно. Так, что мне делать? Палка заряжена немного. А искать-то нечего, блин. Spacecraft. У меня идея. Мы пойдем копать. Не знаю почему, не знаю зачем, но мы пойдем копать. Пока по факелов сделаю. О, да, лаги. Я вошел в ту пещеру, где мы были до этого. Если вы понимаете, о чем я. Но я буду копать немного так же. Помогаешь. Вот это вот мы положим самые дорогие вещи. Скрафтим только... Ну, короче, вы поняли. Так, где верстак? Слушайте, давайте я переставлю верстак, а то он меня как-то бесит в том месте. Любись. Иди ко мне. Вот сюда поставлю. Супер. Так,
где мы начнем копать? Давайте будем по-обычному лучше копать. Новые пути осваивать я... А, мы уже можем это сломать. Да, наконец-то. Так, свет. Стоп, я что здесь был? А, да, мы же вниз копали. А там я золото копал. Шутка, я вас читерил. Я уже говорил. О, это место. А немного ниже мы в шахту проникли. Я уже здесь копал, да? А, все, эндерменов слышу. Значит, копал. Слушайте, что это за руды? Новые для меня. Алюминий. Лазули. Больше золота. Не читерского, кстати. А что вы тут уже подумали? What? The fuck? Rainbow. Что это такое? Слушайте, какую эпичную битву. Срань господня! Нет, нет, я не могу теперь вещи просто забрать. Надеюсь, это последний раз, когда я читерю. Я эту саблю выброшу, обещаю. Да, похоже, без читов здесь не обойтись. В этом мире Таункрафта и много еще модов. Пошли убьем этого Рейнбоя. Что мне уже как-то не по себе от него. А там он же убежал, да, конечно же. А, нет, не убежал. Иди сюда, говно. Дешевое говно. Из него выпал какой-то алмазик. Так, меч, прости, но тебя надо выбросить. Так, что за камень здоровья? What the fuck? Да, лучше бы мне не было атаковать этого Рейнбура. Дождевой бур, блин. Я знаю то, что это от слова радуга. Так, стоп, это херабрин был? И мне показалось. Лаймовая руда. Стоп, это же та редкая руда, которую мы в том прохождении видели. Так, здесь ничего интересного. Я хочу обследовать эту шахту и сделать сраный, мать его, водяной лифт. Шахта уходит вглубь на километры. Ну или нет. Или да. Потому что я не заметил здесь проход. Так, что, я не хочу туда идти? Это ради обследования. Потому что мне не по себе от этих звуков, знаете?
Знаете ли, мне не по себе от этих... Мать моя женщина. Ушел тут в жопу, Джакуме. Не делал у себя факелов. И это последний раз, когда я читеру за эту серию. И выдам я себе красные факелы для того, чтобы как бы не сильно читерить-то. Джекомен, это явно злой. Он на смерть похож. Так, здесь же нету боссов, кроме паука, которого сейчас замочу, да? Так, так, отличная эссенция. Эссенция. Ну, мне идея, давайте завалим Джекомена. Я знаю, я дебил. С такими идеями. Но... Знаете что, у меня идея. Ну, Джекомен, иди сюда. Криперок. Только мне проход не ломай. Двигаемся. 1000 хп. Долгая будет битва. Я против этого супер босса Джекомена без щитов. Вы сейчас сами видите, что я без щитов сражаюсь. Чувствуется, это долгая битва, это блин. Мне нужен меч. Камень здоровья. Пришла нифиговая идея запереть Джекомена. Запереть его. Два использования. И подойти к нему поближе. Ну, то есть иметь доступ к шахте самой. О, он же вылезти может. Все, пошли исследовать. А здесь, в общем-то, ничего интересного и нету. Кроме золота. Того Номикон бы сюда взять. Ну как, тебе нравится твой новый каморки? Харе, харе рычать, чувак. Серьезно, бесит. Не рычи, я тебя выпущу, когда убью. То есть никогда не выпущу. Так, сюда я могу. Редкая вроде бы руда, не знаю. Так, так, я чуть не упал в лаву. Так, я, у меня идея, знаете, что я предпочитаю сделать? Убить Джекомена. Достаточно ресурсов для его уничтожения. Так. У меня же скоро это и кончится. Использование кирки. Подумал, знаете что? У меня нету дерева. Но я читерю себе каменный меч.
или железные. А уже когда приду домой, сделаю железные. Ну, типа, я щетерю сейчас, а дома, когда уже приду, я выброшу этот и сделаю железный. Ну, типа, я его сделал, но у меня с собой верстака не было. Ну, чтобы как бы не считали меня читером. А сейчас у меня этого джекомена, который здесь подзаволновал. Ага, конечно. У него 1000 сраных хп. Я уже не представляю, что мне задуматься о том, что я его убью. Слышите, как я кликаю? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Давайте я выпущу его, а? Он что, мирный? Из него ничего не выпало. Я, короче, домой. А, у меня же... Так, точки на карте. Телепорт. Это ничего. Так, сейчас будем, короче, крафтить. Отплачиваться за 4. Пошел другой меч. Давайте пойдем сюда. Еще чтобы добыли. Нам нужно хрен ресурсов. Дерево. Дождь. А у меня нет кровати. Не идея, сейчас пойду добывать себе кровать. Все, чит отплачен. Все, я скартил меч. Пошли убивать овец. Да, тоже жесткий. Еда, 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 еда. Я же сейчас умру. А, я умру, короче. Еще одну ночь в шахте проводить. Чего, что я могу делать, это пойти искать овец. Я понимаю, это просто.
просто ужас. What? Зараженная щупальца. Что из него выпало? Кейс? Слушайте, я удалю этот кейс моба, и меня уже задолбал. Куричка. А, нет, это не курица, это так. Это утка. Так, давайте найдем кондизон. В него вроде бы мозг должен выпасть. Сейчас. Энгри зомби я не нашел, а Мекс тоже. Ай, боже мой. Жопа, 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 жопа. Не буду взять, я хочу, чтобы меня тут бассейн был. Но немного его переделать не мешало. Серьезно? Дерьмо. Дерьмо. Надо ломать его рукой. Извините, меня вообще слышно? Да, есть? Нет, то есть и не бомж к тому же. Давайте здесь этот спаун установим. Спаун-поинт. Спаун.
Прикольно. Сейчас. Так. То есть, так. Так. Алхимия. Монитор. Монитор, мать. Монитор. О! Супер! Я посмотрю, как исследовать. Сейчас я посмотрю. В интернете. Как мы изучаем? Серьезно? Они издеваются? Они мне дают сраные кейсы. Мечи. Так как мне исследовать? Я вообще в этом Тонкрафте ничего не понимаю. Секунду. Я такой тупой. В общем-то, перетаскиваем. Живем, перетаскиваем. Так, я тупой. Я только что просрал ресурсы. Слушайте, кое я посмотрю, короче. Ох. Я смотрю, короче, как это дело делают. Не Тор. Не Тор Таункрафт. Свет. Так, у нас там записан свет. Air плюс Ignis.
Air плюс Ionis. Блин, теперь нам Ignis нужен. Так, как мне найти Ignis? Так, пошли в жопу кейсы. Нет, бумага, бумага, бумага. Так, супер. Супер, так. Лава. Слушайте, кое я добуду Игнис себе. В общем-то, я добыл Игнис. Я нашел лаву, которая там внизу была. Так, и зачем я убрал бумагу? И там в лаве был, короче, Игнис. И мы создаем открытие Нитор. Это наше первое открытие. Ура! Research completed, Нитор. Теперь, как я помню, идем в Таунамикон. 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 Нитор. Нитор. О май гад. Потенция. Как мы делаем потенцию? Потенция. Нет, не то. Потенция, потенция. Орда плюс Игнис, снова Игнис. Ах, как же они любят этот ваш Игнис. Отлично, три этих. Я пошел обследовать. В общем, я добыл светящуюся пыль и ведро. Давай, я проверил ведро лавы, которое я проверял. Там было так много вот этих вот, ну, ресов, в общем-то. Так, давайте. О, нет, 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 не мой талмуд. Так, вот ведро лавы, которое я выкинул, которое я изучил. Вы сейчас увидите, сколько там этих, ну, короче. А хотя нет, давайте его оставлю, знаете ли. Не надо его выбрасывать, оставим его. И ведро, которое мы сейчас изучили. Да. В общем-то, что мы делаем? Мы берем, я уже тут заполнил все. Лаву сюда налил. Берем и кидаем сюда. Так, ты издеваешься? И вроде бы сейчас должен появиться Игнис. Так, так, так. Я здесь все правильно сделал, да? Нитор. Люкс, потенция и Игнис. Так, люкс, потенция и Игнис. Чё-то не получилось ничего. Так. What the fuck? Ну ладно. Магический подъемник. Полет. Очки откровения. Балдажники, экспертизы. Так, у меня... А, так, это что? Очки откровения... А, ладно, у меня есть. Но у меня, тем не менее, нету ни одной. Этой, которая помогает эту руду. Слушайте, давайте заканчивать, а мы уже много сделали. В кавычках. Где мой Игнис? Где мой чертов Игнис? Сегодня мы немного почитерили, немного поиграли, короче. С вами был я. Всем удачи.
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Пока.